Всем здорова, дорогие друзья, на связи, как всегда, Эмирон, и сегодня мы вместе с вами залетаем на контейнеры. Сегодня у меня баланс практически 50 миллионов рублей, надеюсь, в минус мы не уйдем, а только поднимем бабос. Ну а также сразу же объявляю предыдущего победителя с предыдущего ролика на 1000 рублей доната. И в этом ролике я делал для вас точно такой же розыгрыш. Для участия вам нужно подписаться на меня, поставить целый косик и написать свой комментарий. Ну а пока мы ждем контейнеры, я люто похасаню на свои семерочки. Номера зацените, братва, как вам такое? Ну а играю и снимаю для вас на сервере Калининград. Вводи мой топовый промокод хэштег Мирон, который даст тебе действительно классные бонусы. А, вот это, конечно, шик, лютый. Так, ладно, контейнеры начались, погнали их открывать. Моя любимая фразочка. Так, здесь давай 4450. А, ну я не успел, ладно, пофиг. Здесь у нас за 9.1. Ладно, я пока не буду перебивать. А, пока такого прям желания перебивать у меня нету. Будем открывать аккуратно. Так, давай 4450, поехали. Здесь у нас за 9 миллионов. А, давай перебьем, братишку. Давай перебьем. Бам, 9.2. Не, ребят, я не просто так перебиваю, просто у нас тут небольшая такая, так скажем, перепалочка была перед началом ролика. Человек решил мне что-то высказать. Вот. За что успешно получил мут. Даже я, не я выдал мут, на удивление. Вот. Это нормально. Это норма. Здесь чик. 4 миллиона. Ну, не окупились, ладно. Не окупились. Погнали дальше. Идем сюда, здесь. Ага. Ну, мне не стали перебивать, вообще кайф. Ого! Вот это я понимаю, братва. Вот это да. Вот это да. Просто сюда. Давай, забираем. Офигеть, вот это да. Вот это мне повезло сейчас, ребята. Вот это кайф просто. Нормально так мы подняли, прям только контейнеры начались, и мы сразу же подняли. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это да, вот это да. Блин, кайф. Ну, теперь главное просто что? Правильно, не слить этот баланс. Главное его не слить. Аккуратненько открывать, и все будет кайфово. 920, понятно. Давай 950 я тут поставлю. Вот так вот. Так, дубайчик. Дубайчик. Ну, пусть открывает. Дубайчик пусть открывает. Здесь 5, так, здесь 4, 450, ну пусть открывается. Так, за 2.1 мы выбиваем, окупаемся с контейнера, кстати говоря, что меня очень сильно радует. Так, здесь 4, 450. Ну, слушайте, мне даже, если честно, уже прям не хочется открывать другие контейнеры, потому что я боюсь слить. Здесь 900к, ну окей, нормально. Здесь все еще нормально. Так, ага, чуть не сбили. Сейчас была бы авария немножко. Так, тут у нас открылся. Тут 100 тысяч. Блин, тут все дешевые. Я так думаю, я пооткрываю их лучше. Я их пооткрываю. Потому что их сейчас все равно никто не будет открывать. А, если что, ребята, я знаю, что их можно открывать за 101 тысячу. Просто так мне быстрее. Или там минимальный шаг 10 тысяч. Я не помню уже, в общем. 110 пусть будет. О. Блин, не знаю, перебивать, не перебивать, но пока не буду. О, я буду только Стича перебивать. Я буду только Стича перебивать. 9.3. Поехали. Так, он, кстати, не забирает здесь то, что ему выпало. Здесь 45. Здесь у нас 38. Ну вообще, не, ну не, ну не, ни один контейнер не окупил за 100 косарей. Не, 100 косарей это конт чисто для вида, реально. Он создан, чтобы его просто скипать, не иначе. Так, давай ручку пожмем. Ну, такое, 8.1, минус миллиончик уже, блин, а хотелось держаться все-таки на одном уровне как-то. О, погнали. Погнали. Так, 4.450. Бам. Поехали дальше. Здесь тоже. Опа. Здесь еще один за 4.450. Блин, ну только не 2.7. Вот все что угодно, но только не 2.7. 9.2. Здесь 9.2 поставим. Так, все. Все, мне открывается целых 3 контейнера. Это просто кайф. Это просто кайф. По
Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Ну, пока что мы в плюсе прям на 6 миллионов, аккуратненько. Вообще. Ладно, забудьте про окуп 6 миллионов. Можете не вспоминать уже даже. Дальше. 4 миллиона минус еще 400к. Ну, давай. Еще раз мне окупит сегодня или нет? А, за 9 лямов мотик. Блин, ну... Уже на 3 с чем-то миллион окуп. Вот нафига они ездят тут на машинах, я не понимаю. Так, здесь 9.2. Угу. Идем дальше. Куда мне садиться? У меня контейнер открывал, мне пишут, садись, Мирон. Так. Блин, я надеюсь, мне сегодня еще разочек, но повезет. Потому что что-то мне уже не нравится, как меня сливает. Прям мне не нравится такое, не нравится. Пока в плюсе, надо держаться. Я хочу... Вот сейчас еще контейнер бы окупил, был бы вообще имбово. Ну, понятно. 9 миллионов опять. Здесь у нас... Я поставлю 9.3. Здесь у нас ничего нет. О, меня перебил, нифига себе. Впервые. 9.2. Здесь он 9.5 поставил. Видимо, уже психанул. Психанул, дружище. 9.6 делаем. Дальше. Руди меня перебил. Руди. Так, ага, ну все. Люди активизировались. Можно теперь... Нормально поперебиваться будет. Правда, я жертвую своим балансом. Ну да ладно. Жертвовать балансом мне не привыкать. Потому что это контейнеры, ребята. Это все контейнеры. Так, ну вроде пока нигде не перебивают. Но сейчас, скорее всего, тут перебьют. Угу. 9.9. Бам. Бам. Отлично. Так, здесь что? Здесь ничего. 9.9. Ну, что мне за 9.9 упало? Ага, 8.235, по-моему, если я не ошибаюсь. А, 8.1. 8.1. Ну вот, мы слили наш баланс, короче. Только если сейчас мне в этом контейнере не повезет. Вот если тут повезет, будет вообще имбово. А так, на самом деле, даже и не знаю. А, ну вот, 8.1 опять. А, и в итоге мы прям ровненько вернулись к нашему первоначальному балансу. Вот это я пооткрывал контейнеры, ребята. Не, ну, F93 выпало, это, конечно, имба на самом деле. Кто бы что ни говорил, но это прям сок. Так, может, у меня еще где-то контейнер открыт? Я не знаю просто. Давай за 2.1. Не, ну на самом деле очень сильно одежда подруинила, где 2.7 выпало. Вот если бы там не было, то я бы до сих пор был в плюсе. А так мы прям ровно вернулись к нашему первоначальному балансу. Прям идеально ровно. 2.1. Открываем. Здесь у нас пока что вроде ничего на горизонте интересненького не вижу. Где у меня там за 2... Вот. А, чик, 1.8, слила. Нет, не выпустим, нет. Да блин, где у меня тут, что-то я забыл. Здесь что? Ну, наконец-то, плюс 60к имеем, ребята, плюс 60 косариков. О, не успел немножко, ладно. Ничего страшного, не боимся. Так, 110к здесь, чик. Идем дальше. Здесь, вот их никто не забирает. Вот их никто не забирает, ребята. 110 косарей. Бам. Все. Здесь тоже... А, ладно, здесь забрали. Но за 100 косарей никто вообще не берет почему-то конты. 110. Угу. 910, давай сюда поставим. Ну, если перебьют, пофигу. Да, не такой важный контейнер.
Так, 44. А тут вообще может окуп упасть? Я что-то не помню, чтоб я даже отсюда окуп... А, ну, почти окуп. Так, здесь 36. Не, здесь нифига окуп не падает вообще, ребят. Что-то прям, ну так, мне не нравится. Мне не нравится. Так, ну я надеюсь, еще дубайчик у нас заспавнится. Потому что мы подслили, нам надо хотя бы еще один дубайчик открыть, окупиться и хотя бы в нуле, блин, остаться. Ну, вообще, прикольно контейнеры пооткрывали. И адреналинчик, и в нуле остались. Грубо говоря, не такие уж большие деньги мы слили. 500к. Ну, не так много, действительно. Вот. Когда я обычно в роликах по контейнерам сливаю там по лямов 15. Ну и чё, всё? А, вот он. Вот она, легенда. Бам. Ну, вот так вот получается. Такое вот открытие, ребят. В принципе, мне понравилось. Мне прям зашло.